Кишкар-Оле сегодня начался отопительный сезон. Тепло подают 12 сентября в садики, школы, учреждения культуры и здравоохранения. Постановление об этом подписано мэром города. Напомню, что отопительный сезон в жилом секторе, как правило, начинается чуть позднее. Согласно нормативам, тепло подается, если в течение 5 суток средняя температура не превышает плюс 8 градусов. И, судя по предварительному прогнозу погоды, ждать тепла от батареи центрального отопления осталось недолго.